Рубрика «Конфузы и интересные истории из мира звукозаписи». Как-то я сотрудничал с одним педагогом по голосу, и она время от времени привозила мне своих учеников. И так она привезла двух молодых ребят. Один поющий, другой продюсер. Поющий пошел в комнату для голоса, стал петь. На протяжении получаса не попал ни в одну ноту и постоянно вываливался из ритма. Вдруг продюсер и говорит: «Моего подопечного нужно продышать, чтобы он раздышался». И пошел в комнату. На тот момент у меня был микрофон «Союз», и он очень хорошо насасывал сторонние звуки. И вдруг я слышу, открывается ремень, звук молнии и какие-то невнятные на протяжении 3-5 минут к жизненно подобные звуки. Потом продюсер выходит и говорит, что он его раздышал, и тот готов петь. А следующие полчаса, опять же, ничего не изменили, как он в ноту не попадал, так и не попадал. Когда мы прощались, мне сказали, что я противный звукорежиссер и со мной больше работать не будут. Но я, наверное, рад.